Каспер, Fly. ты здесь что ли? Ты с нами? Да, он уже лайв завел полторы минуты назад. Да, я вижу, да. Так что... Ну, Вере вес под А, но бежит она под Б. Нет, они что там пятерочку друг друга забивают, они все вместе что-то там подбегают друг другу и убегают. Смотри, потом смотри, смотри, фаст Б у нас. Фаст Б, ты был прав. Пайка тоже бежит на Б, Крис. Матча таки реализовала свою респу, застряла немножко. Мать одна залетает, так. Остальные все стоят. Все стоят. Ну вот это, конечно, да. Ну там Верочка у нас. А, нет. И даются минусы. Кристи и Эля. Эля и Кристи. Ну что-то они застопорились, конечно. Ну да, атака тут, конечно, застряла у нас на кафеле. И дальше кафеля они не ушли. По первому раунду, кстати, будет уже понятно, как играет Enemy. И я так думаю, что если будет пахнет просто тоже полным разрывом. Не уверена. Ну кто-то тут нет. Сванговал 16-0. У девчонок сформировалась традиция за контров, они подходят друг к другу, нажимают на Е, типа дают пятерки, типа показывают, что они команда, что они настроены серьезно. Ну я даже не знаю, за кем смотреть сейчас, потому что. Вот московская рашит у нас яму. Я смотрю за Элли. У нее опасная ситуация в коврах, сейчас будет выход с глоками на нее. Да. Дает минус. Ой, Галил, какой Галил, зачем? Зачем Лиза купила Галил? Етеку дает шикарный минус за Глока московской. И они с бомбой открывают Б-плент, инфа есть. Четыре девчонки бегут на Б убивать двоих с Глоками. Хорош, пачку стоит, смотри. Ник у нее Ятеку, я так понял, а не Етеку. А, Ятеку, да. С МП-5, без... с броней, скорее всего. А, нет, без брони с МП-5. Рука уходит. Кристи выходит с рукава, я думаю, что без проблем, да, забирает, ну, прогнозируемо, в принципе, было все. Ты представляешь, они только что купили свой бай. Они еще минус дали и бомбу поставили. Ну да. А это значит, что можно постреляться. Пока второй раунд, Кристи сделала 6-0, возьмет ли она сейчас АВП, у нее денег хватает. А, на 3 убил. У нас... Девчонки забивают пятерку. Подожди. И по жесткий позиции. Манипулятор, это у нас кто вообще? Не знаю. Это девушка, ты сказал. Кристи АВП не стала брать. Идет обычный деф ребер. Московская Кристи держит ребра. Эля дефит ковры. И... идет атака на Б. Вера и создатель Авито встречают вместе со сладкой. Минусы Вера, дает Вера. Хорош. Мать забирает бомбу, пока старается не лезть. Че будут? Они будут их давить, дали минусы, будут давить. Получает пиздюлей сразу сладкая. Полезла, получила. Сладкую заменяет Кристи, она прибегает помочь ей. Идет перестрелка, ну их зажимает за сторону, убивает. Первые нервные улыбочки пошли от Елизаветы. Ну, здесь, конечно, Инферно за атаку, это вообще забей. Ну, стандартные пятерочки, смотри, это, смотри, показывают, что они команда. Здесь опять будет, наверное, опять будут слоу раунды. Диглы, Галилы, не знаю. Тауэр на ребрах, не успевает делать тауэр, но все-таки успевает делать минус при этом. Жесткий манипулятор забирает бомбу. Надо было слить. Тут все понятно, мистер Паркер. По-моему, тут будет вообще жестко. 16-0 пахнет, как думаешь? Да, вполне. Попахивает уже, да, так? Да. Вполне попахивает. Вера шла на полтора, чекала. Ковры почему-то думал, что в коврах будет. Ее убивают со второго центра. Джип попытается пройти с бомбы, Эли встречает его. Ее. Паркер. Тут нет его. Паркер. Да, чё? Мне идти надо, короче. Идти надо. Идти надо? Ну ладно, там этот у нас в сети, как у... Да чё там, любая девочка тоже напишет Арконес и всё. Это сторону. Ну да, я тоже так думаю. Ладно, давай. Всё, спасибо, да. Каспер, тебе за участие, всё хорошо. Нет, всё, давайте, пацаны, удачи.
сети. Так, я теку. Я теку тем временем. У нас проходит на банан. Она немножко протекает на Б. Старается. Протекает, да? Протекает. Да, протекает. Легко играешь. Ай-яй-яй. Ну тут. Двое против троих стреляют. Какие диглы. Надо просто фул эко сделать просто. И потом закупиться нормально. Я не знаю. Ну они играют свою игру. Они играют свою игру, им так пофигу, им так удобнее. Прокомментируем то, что то, с чем нам придется работать. Да, ну здесь, конечно, тяжело тут что-либо сделать. Мать стоит, вычисляет. Бомба лежит, девчонки, не торопится, пайка лежит. Ну, двое под Б, пачка, ну, может быть, перетянуться стоило, конечно. А, вот, все-таки заходят они. Заходит в спину, ох, минус дает. Эля. Эля отыгрывает. Да. Один в один ситуация, опасно. Да. Вполне. Ох! Эля. Тоже. 5-0. Это был, мог бы быть сейчас переломный раунд. Если бы они взяли раунд сейчас, атака, это было бы 4-1. Было бы уже неплохо, кстати. Ну видишь, смотри, видишь, вот они играют, да, вот бегают с диглами, играют, но стараются что-то мутить, стараются играть вместе, общаться, видно, обходят, как-то дают минусы, чуть-чуть им не хватает, прям чуть-чуть для взятия раунда. Я говорю про 69-х. Девчонки-то понятно, мокрые, они настроены серьезно, он там пятюньку каждый раунд забивает себе. Интернет-пятюнька. Елизавета чекает люльку, но ее чекают больше, дает минус. Очень затяжные раунды. Они играют без плана, кстати, это видно. А что касается контра на Б, странно как-то занимает Эля позицию, она не чекает банан, она играет в закрытую. К ним могут в легкую зайти в пятером на Б и убить ее, если бы там на шифтах бы они заходили. Блин, ну тут избиение, конечно. Избиение, да. Кристи уже слышит люлечку. Смотри, Кристина как чувствует. Московская помогает убивать люльку. Даже до Кристины дело не дошло. И Вера на позиции в коврах. Резко хорош. Оборачивается, дает в голову. Резко оборачивается, просто дает в голову. Шесть ноль. Сейчас либо будет фаст атака в одну точку, либо они так и будут халда играть. Вроде взяли калаши, но что покажут? И прям смотри как. А, двое на Б, четверо против двоих на Б. Причем они шифтят. Они пошумели и встали. Кристи с Элей принимают. Фиканули, да? Нет, не фиканули, все-таки пытаются зайти. Минус дает Елизавета. Неплохой, причем жесткий. Еще найс, минус дает. 2. Найс. Разозлилась Елизавета. Девчонки, там руковой раунд нельзя пачку давать, надо тащить. Поставили пачку, заняли нет позицию. Не да, могут распределиться по точкам. Вообще нельзя отдавать, тут надо просто в закрытую встать. Ну зачем они вот отдают? Вот зачем они стреляются? Лезут. Я не понимаю, зачем стреляться при поставленной пачке на Инферно на Б, когда можно просто занять позиции в планту, в рукаве, блин, подсадить всё, там это, запрыгнуть на ящик. Согласен с тобой, я с тобой полностью согласен с тобой. Что это вообще такое? Я не понимаю. И вообще просто, я в шоке. Но это сотый раунд, понимаешь, был для команды атаки. Я понимаю, да. Но может, возможно, видимо, они подумали, что постреляются, немножко потянут время. Девчонки будут издалека с ними стреляться. Знаешь, бомба все-таки взорвется. Они рассчитывали, что они временно, наверное, потянут. Но они вышли и сразу получили по лбам. Ну, это чушь. Конечно. У них своя игра. С такой игрой, конечно, надеяться на победу тут, конечно, не а стоит. Сейчас у них закуп уже 7-0, у них постоянно будет денег давать много, у них будет хватать на закуп. Елизавета не боится, врывается. Ослепила себя флешкой. Сладко тем временем. Увольняет мать. Но ты ж Лиза не боится, она пытается пропушить, чекает деф-позицию за сейчас тройкой. Уже пора смотреть за пятью.
Оп. Почти убивает хелпу. Как по одному. Сколько хп оставил? 20 хп оставил московской. Елизавета на хелпе. Если девчонки бы сейчас ворвали след за ней, то точно мы дали минус, разменяли бы. Вера слышит на банане. Говорит, что есть там. Московская пока не торопится, хоть отошла даже подальше, чтобы ее случайно не убили. Ну, Вера слышит, что отходит. И решила выйти, ее убивает. Потому что 60 GG стоял, шифтил. Стоял, точнее. Выход, 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 выход. Вот они бегут по двадцаточке, GG уже подтягивается. Эля ушла в плен, 35 хп. GG уже чувствует, сейчас, возможно, аркоподжим. Убивает, оп, хорош. 2 в 1. Должны понимать, что Б чисто, должны понимать. Но все-таки идут на А, до Талова. 15 секунд. Ну, 15 секунд. GG просто читает. Просто да читает вообще, это раунд GG. Кто такой GG, интересно? Я не знаю, но хорошо прочитал всех соперников. Ну там, видишь, Веру убила она, потому что Вера слышала, что с банана убегали. Она решила выйти. Просто чек не банан, просто слышала, что с банана убивали. Она вышла. А джи-то шифтил все это время. Шифтила. Топнула? Да. Вера топнула. Она спрыгнула, короче, с плента на кафель, да, и она топнула. И ее поэтому и встретили. Уже ждали с АВП-шкой, ее сфоткали. GG смотри, две ВП в яме! Две ВП в яме! Что творит атака? Блин, я не понимаю. Это забей. Нестандартная игра. Брат, это нестандартная игра, они могут вытащить такой нестандартной игрой. Две АВП в яме на Инферно, это что-то новое. Никогда такого не видел. Там ну, пачка выкидывается, как горячая такое картошка. Елизавета пытается сыграть в своей любимой позиции. Говорит, не топай, и так я теку. Елизавета говорит, не топай, слишком сильно шумишь. Выходит, чекает за пятью позицию. Еле же идет в аркаду в руще. Оп, зачекала она у нас мать, но Джей Джей тут же разменяла. И бомба упала пока. Финалка планируется, я так понял, под Б. Нет, смотри, перетягивают. 40 секунд, решили перетянуться. Нет, опять идут назад. Опять они идут назад, но сладкая тут увольняет что двоих. Еле добивает Катя третьего. Да. Причем АВПшник стоял сзади, ему так в лоб прилетело просто. Знаешь, он пытался минус дать, но не стрелял за своих. Почему ты сегодня говорю не стрелял, блядь? Я же забываю, что девчонки про девчонок играют. Просто ты что? АВПшник в мужском роде. Снайпер. Так. Снайпер, да. И снова у нас пытаются на Б зайти фастом. Ой, в спину тыкают АВПшника. Нет, верно. Ну, давай. На хелпе у нас. Манипулятор. Покажи, какой ты жесткий. Что, минус манипулятор. GG минус, дает минус, отлично. Решает, хорош. Так. Хорошо играет GG, грамотно, прям чувствуется прям. Сразу не теряет время, заходит в рукав, пытается минус дать, дает минус. Лизавета прикрывает, хорош, помогает. Сладкая у нас СВП. Минус дает СВП. GG, ну хорош GG вообще. Ты посмотри, на припаре какой-то дает СВП. Да. Ну и это. И это взятие раунда. Да ладно? А, щипцы не взяла. Успела. Она щипцы что ли не взяла? Взяла, а, взяла щипцы. Да. Успела, ладно, конечно. Сладкая, хорош. Просто Лиза ругается. Как так вообще? Не, ну ты видел, кстати, GG грамотно играл. Он пытался еще хлопануть своему. Играла, да. Она пыталась хлопануть своему. Но вот Елизавета не сразу вышла, прям помогла. Не сразу разменяла. Так, 9-1. Ну, счет, конечно, такой конченый немного, да. Надо бы еще хотя бы раунд побольше 3 бы. 3 бы взять хотя бы. Что... Московская чекает аркаду на банане, отходит назад. Сразу у них так уже отыгранная позиция на Б, хелпа и плент. Они вот так любят принимать. Принимает минус 1. Минус 2. Минус 3. Да. Ну, я Московская не знаю, почувствовала почему, кровь. Почему они не раскидывают? И как бы надо раскидывать флешки и ложить дым на хелпу. Они всего этого не делают. То есть такие
стандартные такие вещи, которые необходимо делать. Джей Джей тем временем, слушай, Джей Джей вообще просто 13-9 идет. Тащит как может свою команду. За контроп да. Она, кстати, может показать потом. Она может сфоткать там на твоих делов на самом деле. Поэтому я и говорю, им надо еще хотя бы раунда, ну, блин, хотя бы два, что ли, взять. Лучше, конечно, 30 и... секунд. Вера перестреливает. И Верочка у нас... Да, минус 4. Почти что оформляет эйс. Почти что эйс. 10-1. 10-1. Да, Верочка у нас 18-5. Ну, Джей Джей очень хорошо себя показывает, конечно. Девчонки, давайте пятерочки, пятерочки друг друга. Все, поехали. А я теку, и мать у нас немножко об аутсайдерах. Угу. Ну, ничего, может быть, за дефенс ситуация улучшится. Посмотрим, как они будут у нас за дефенс играть. Ой, ловят бешеную флешку. Московская принимает у нас. Центр. Еще. Минус 2. Небольшой я размен. Лавашот по Кристи. Вообще за GG интересно смотреть, потому что... Он бывает очень ставит такие вещи жесткие. Времени не теряет, она прям проходит в ковры, тихо, на даке, бесшумно. Дает минус даже. Минус. Не дает. Дает минус 2. 11-1. Ну вообще хочу сказать, что девчонки, да. Даже несмотря на то, что они проигрывают, вот мать и я теку, они все равно прокачиваются на самом деле от этой игры больше, чем вот их команда соперников. Играя сильными, ты становишься всегда жестче. Понятно. Им следующие катки будут даваться все легче и легче потом. Просто они потом сядут, проанализируют и будут понимать свои ошибки. Больше они такого не сделают, я думаю. Видно, стараются держаться вместе. Заходит первая Елизавета, она прям не боится, открывает, дает минус. Дальше идет в зелень, чуть-чуть пропушивает, чекает малые. Опять они рассасываются. Ну, может, это им поможет. А Ятику дает минус дигла, Елизавета убивает. Дым лежит. Ждет, я теку, Вера не ведется, убивает. Мать ставит бомбу, как-то открыто ее могут сейчас снять, но не попадает. Бомба стоит не очень классно, не по дефу. Манипулятор делает легкий минус с больших песков. Джей Джей помогает зелени и минус дает. Хорош. Второй раунд. Неплохо. Счет у нас 2-3, если они возьмут еще 2 раунда, у них появится шанс за дефенс проявить себя. Сейчас был важный раунд, они почувствовали, команда атаки почувствовала, что они могут зайти и могут перестрелять. Вот вместе. Вместе, да. Они могут зайти и перестрелять. Может быть, сейчас это, они будут даже ходить на А чаще, чем на Б. У них нормально, там с ребера у них нормально получается. Их не откидывают, и... но они решают идти на Б. Только уже массовочкой. GG остается в яме. Принимает Кристи. Одна. Одна Кристи, да. Одна Кристи принимает. Дым дали в хелпу. О, минус 2 от Кристи. Московская тут же на подхвате, но Джей. Ятику дает минус. Ятику держится, еще держится, но ее убивает. Вера у нас 2 в 1. Дает. Все, что у нас остается? Опять GG, остается одна. 3 в 1. СВП, но ну, ситуация, конечно, это жесть. Очень неудобная. Минус. Минус. Сука. Че она хелпу не чекает? Ай-яй-яй, ну почти. А эта стенка не простреливается, она зря оборачивалась. Эта стеночка простреливается только под углом с хелпа. Могла бы, в принципе, не оборачиваться, но... Реакция работает. Так, что у нас террористы будут делать теперь? Ну, опять они что-то распределились по всей карте. Здесь, конечно, им надо на какую-то одну точку выходить вместе. Сладкая у нас принимает минус. Мать вообще ничего не боится, тоже бежит. Опять пытается открывать Елизавета. Она взяла на себя роль танка. Ее остепенили. Оп. Мать залетает тоже вперед, дает минус. Взрывает я теку зелень. Двадцатки. Хорош, дает минус 2. Джей Джей дает стабильный минус. Выход GG. 2-2 ситуация. Да. Ой, 2-1. Жесткий манипулятор дает пульку по Кристи. 2-2. Они сотка и практически 50 кп могут затащить Веру. Вера полная сотая. С эмкой. У нее щипцы есть. В принципе, ну, вообще, можешь не торопиться.
Вообще опять они неправильно поступают на самом деле. Ну опять Вера дает минус. Неправильно, они должны были сыграть в закрытую. Ну вот GG покажет. Ты посмотри, GG, что делает вообще. 12-3. Ну все, давай посмотрим. Какая раскладочка будет у атаки, мне интересно сейчас как побегут. Пока стоят, все стоят и сорвались. Классические пятерочки, сладкая участвовать не стала в этот раз. Сейчас посмотрим. Четверо. Нет, на Б они не идут. И это хорошо, потому что на Б у нас менее жесткие игроки. Возможно. Но у нас нарисовывается сплит апланта через ковры, через люльку и через центр. Ну, отлично. Девчонки вот, встречают закрытую. Верочка у нас идет в зелень. Дает мать минус. Вылетает. Хорош. Так. Еще у нас кто-то полтора там поджимает. Джей Джей. Хорош, Джей Джей. Джей Джей. Два минуса. Помогите, ой, хорош. Ой, 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 хорош. Спасает нормально. Елизавета Джей Джей. Геймплейно сыграли. Ну, Джей Джей снова дают глушот. Хорош. Что я могу сказать? Правильно выбранная тактика. В первом раунде они сыграли с плента. Они не стали принимать ребра. Они сразу вообще отдали эту позицию. Да. Мать слишком сильно ой. Вылезла с зелени. Ее съели. Лиза купила ну, щит. Щит? Да. Щиты запрещены. Столько денег потрачено. Конечно, запрещено, но выкинул. Он и денег стоит неплохо, по-моему, да? Не, не знаю, никогда. Ой-ой-ой! Первый эйс! Боже, я пропустил такой замес, блин! Блять, ты не успел на нее переключить! Просто я на этот... Пять... Я на этот... Блин! Там три... Там, короче, у три меня слов нет. Что там, жестко? Жесткий эйс, фаст эйс с фамасы просто минус 5. Блять, вот это фейл ошибка, тебе точно за это скажут, чувак, ты там сидишь за политом. Но на самом деле я тоже смотрел на сраный щит, это как его скидывают. Откуда я знал, господи, откуда я знал, что будет сейчас так круто. Да, это было круто. Елизавета жалко, делает она минус. Повку не писала. Есть, о конечно, чем ХЛТВ, я можно ХЛТВ скачать, но повка была бы круто, круче, конечно. Вообще найсовый уже эйс. Второй минус делает Лиза. Этот момент надо обязательно вырезать на басте, на басте, блядь. Все, все, ребят, все, давайте, Елизавета делает. Выходит мидл, Елизавета убивает все-таки после ее двух минусов. Оп. Прочитала, думаю, что люлька будет. После такого если Марай может упасть. Джей Джей влазит, дает минус, малый минус. Джей Джей на префи, просто на префи, Джей! Кто? Что дает? Ты понял, да? На Вера не просто верит. Вышло Джей Джей. Ну, кстати, Джей Джей, да, я замечал на самом деле, что очень прям слишком читает игру. Я кто заметил знает, еще, когда СВП наиграла на Суркова, она немножко на прев дала на халпу. Ну, посмотрим какой там потом. Счет, сори, я забыл. 6-12 вроде, да? Не? 11-4, 5... по-моему, был, не? Короче, я не помню. 12-3. Или 12-3 было. По-моему, 12-6 сейчас счет. Напишите, пожалуйста, в чате, счет какой был. Я что-то в сфере этих событий. Что-то забыл про этот. Про счет. Да, ребят, пожалуйста, напишите. Такой ажиотаж пошел, что мы потерялись. Не, ну что-то там вообще жестоко было прям. GG. И смотри, смотри. Давало. После таких минусов они немножко зажались. То есть смотри, они действуют да. Теперь очень аккуратно. Да. И манипулятор дает минус. Прием ковров. Хороший, я бы сказал. Начинает Вера, поджимать Вера, ребра. Говорит, конечно. Ок, хорош, Верочка у нас дает минус. Перестреливает. Джей Джей! Перестреливает. Ну фамасы, конечно, да, не очень заходят. Ой, ой, вот это но хорош. Но зато девчонки мать, выходят. Зашла. Помогает перестреливать девчонки. Осталось одна в два. Ой, ну надо было забирать. Надо было забирать. Сейчас будет все зависеть от света, потому что она у нее 100 хп, а вот у манипулятора всего 9 и 40. 13 секунд. Минус. Мать, хорош. 9 секунд. 9 секунд. Ой, время nice. Не теряло, обошла слюбики. 12-7. Ну вот о чем я говорил, просто... видишь? Должна быть интрига.
Сторона контров жесткие дают минусы, и поэтому есть шанс у контров, умение слабо, которое, как ты говорил, умение слабо, они помогают, они выходят, они разменивают, они дают минусы. И получается, что уже 4-0, понимаешь, это сторона контров, это инферно. Если в таком же духе все будет происходить, то они могут вообще и выиграть. Так, и масс Б. Нарисовывается. Фаст атака, и не самые жесткие остались на Б-пленте. Могут сейчас и отдать плент. Это плохо. Да. Но Джей Джей уже тут. Я не форме дает минус. Джей Джей дает минус. Хорош. Я не форме дает минус. Чу минус. Хорош. Три минуса я не форме. Беру свои слова назад насчет не жестких. Хорош, девочки собрались. Хорош. И это счет уже 8-12. Да, это уже более интересно. Беру свои слова назад насчет я не в форме. Молодец, ты минусы дала. 8-12. Ну вот это уже интересно, интересно, молодцы. Ну GG, конечно, делает нереальные штуки. 13-1 идет. Мы еще посмотрим Hello TV и изучим прям более досконально. Смотри-ка, там еще контри там... заиграли, даже мать заиграла. 6-2 уже у нее. Да, ну за контров, конечно, попроще играть на инферно. Ну я уверен, после таких минус 5 от GG девчонки сказали там, хорош, там мораль поднялась. Такие минус 5 дают моральку. Мать лезет, получает. Лезет сладкая тоже. Ее разменивает Лиза. Хорош. Бомбу убивает на ребрах. Опять ковры. Кристи заходит у нас 20-ку. Чекает плей. Хорош. Дает информацию, что чисто. И библиотека, очевидно, да? Все, бомба лежит, они чекают позиции, стоят. Все, стоят. GG заняла важную позицию, малые пески. Двое против одного 20-ки. Минус. О, хорош. Эля дает минус. GG. Убивает. Хорошие были разменчики. 9. Смотри, что делает по фрагам GG. Она просто всю свою команду с колен поднимает. 16-1. Да, жестко. Жестко. Сейчас посмотрим, так. Что у нас атака придумает на этот раз. Киса у нас идет в яму. У Киса ВП. Да, Савик. И GG с ВП. Посмотрим выход. GG у нас. Ой, ну это какой-то реакцию ловит. Какой-то какая-то жесткая реакция. А сейчас взяла расстояние еще чуть-чуть побольше от ямы. Какой-то прев был, мне показалось. Или. Не знаю. Может я плохо сужу и. Я с ВХ смотрел, я не знаю. Так, девочки у нас заходят. Вера прошла на зелень. Сейчас будет отрезать. Минус Лиза. Минус 2 дает Вера. Хорош. Хороший минус 2. В ее стиле. GG. Так, ну и что у нас остается? GG. Ждет Веру. Да посмотрим, что же у нас тут будет. Посмотрим. И не промахивается. И Верочка делает. Хорош. Хорош. 13, один 9. ХП оставляет. Один ХП оставляет Вере. Один ХП? Да. Чуть-чуть не достреляла я. Не достреляла. Блять, да что ж такое? Мне прям как будто пацаны играют вообще. Мне такое чувство. Ну, он в чате пишет, что как будто это парень играет. Ну да, мне тоже, кстати, по... Не знаю, почему-то... Слишком жесткий. Кажется, что это не девушка. Да, слишком жесткий. Прям на опыте как-то, да, чувствуется? Может быть, это даже Оренбург, нет? Так, Вера у нас... Вера пытается зайти в мидл. Киса у нас, по-моему, в коврах дает мидл, да? Да. Елизавета пошла в аркаду. Я там встретили. Почему-то у контролов некоторый цикл. Манипулятор решает Сладкая. Открыться на ребрах. Топ АВП. Забирают, я не в форме. Вера. Все, они у нас проходят 20-ку, ковры, занимают большие пески, ставят пачку по дефолту и... На самом сами деле, полезли. Я бы сейф нужно делать. Согласен. Нужно делать сейф. Авик. Ого. О, не-не-не, посмотри. Слышь?
Шалё, это что такое? Ты посмотри, что это. Не-не-не-не-не, подожди, что-то нездорово, это тема на самом деле, это серьезно говорю. Что он, куда она смотрит? Ну да. Это жестко. Не знаю, Паркер, ну я тебе говорю, можно потом посмотреть. Вера там уже! У Веры там уже бомбит. Ты слышишь, ты видишь чат? Волосы уже на затылке встали, как у попугая на ходу. Ха-ха! Там что-то серьезное, по-моему. Либо там. Я тебе скажу. Двигается GG на самом деле бодренько. Судя по движениям, видно, что скилловой. Судя по движениям. Скилловая. Ну, скилловая. Мне так охота сказать, что пацан играет. Да еще не факт, как будто что это девушка, не девушка, но в любом случае они сейчас в тесте сидят, может быть зайти, узнать, кто это такая или кто это такой, я честно не знаю. Ну странно это очень. Прям, прямо на такие чеки прям были, и вот ловлен реакцию. Ван ХЛТВ, это в принципе есть вроде. О, головошоты посыпали. Мать пишет, так-то было сказано, 20 пески. Слышишь? Вон мать написала, так-то было сказано, 20 песке, она говорит, инфа была. По инфе? Да. А, ну если по инфе, то окей, ладно. Джей-Джей за трех встречает. Убивает плейн. Хорошо, хорошо слышит ее. Хорош. Слышит Просто. Рукав. Пытается услышать, где, Last. С какой стороны наебут. Чекнула справа. Last. Так. Кристи грамотно играть, не торопится, ждет, ждет. Пытается услышать, время есть, минус. Минус дает, хорош, знаешь, что за тройка были. Минус. Давай, толпой на размен обязательно, и выходить, вдвоем. Хорош, ну смотри, Кристи. Опять же, по одному даются. Кристи, грамотно играет Кристи. Грамотно. Грамотно, молодец, мне тоже нравится. Мансуется так, до Талова мансуется, тянет время, не лезет и особо на может рожон. Умереть. Ой, отлично, грамотно очень играет. Вообще молодец, и просто красавица, но! 15-9. Ну затупила немножечко Елизавета, надо было брать пистолет и залетать вместе, правильно ты говоришь, размениваться, размениваться. Не надо по одному залетать, да. На одного. Да. Но они неправильно сделали изначально, что одна побежала, отдалась, и потом вторая там чуть ли не под шифтом по кафелю идет и вот цепляет. Хорошие минусы были такой, опять же, от Джей на Б. Ну, Джей там просто по максимуму на Б отыграл, к сожалению. Тиммейты немножко не дополнили ее. Заходит так, атака на ребра, кисло уже в зелени. Ребра, ее встречает. Да? Да, ее встречает, я не в форме, засаду сделал неплохой на зелени. Вера ворвалась на двадцатку и села за ящиком, ждет пока. Джей-Джей вроде как бы не чекает, может быть даже и не слышал. Посмотрим, как сейчас будет действовать. Она не топает, Вера не топает, ничем себя не выдает. Оп. Пошла. Джей-Джей в планту. Ты видел? Видел, да. Понял, поняла, что с ножа не достанет. С ножа хотел зарезать, но это, конечно, жестко. 2-2. Ну, слушай, это что такое? Прев прямо за ящик был от Джей-Джей. Ты видел? Нет, не смотрел, смотрел за Лизой. Прев прям ровно. То есть как она это угадала, что та стал за ящик именно? Я думаю, если грамотный игрок осмотрит демо, там будет видно пиздобольство. Какой счет-то вообще? Все, я что-то продинамил. Кто выиграл-то? Я что-то тоже проебал вспышку, если честно. А, ну все, походу, атака выиграла, да? Да, 16-9 у нас. 16-9.